Легких заданий в этой ответственной профессии не бывает, даже если речь идет о конкурсе. Мастерство и физическая подготовка – лишь малая часть тех качеств, которые нужны для победы. За звание лучших из лучших сегодня боролись сильнейшие звенья противопожарной службы республики. В смотре конкурса участвует 15 команд, в том числе 7 команд из районов республики Бурятия и 8 пожарно-спасательных команд федеральной противопожарной службы. Конкурсная программа состоит из 6 этапов, включающих в себя не только демонстрацию профессионального пожарного мастерства, но и целый комплекс силовых упражнений, а также практику по оказанию помощи на месте. Запрокидываем голову. Зажимаем нос, делаем вдох. Вдох делаем так, чтобы визуально было видно, что грудная клетка поднимается. Пожалуй, самой яркой и зрелищной, но в то же время трудной частью конкурса стала теплодымокамера. Кромешная тьма, задымленность, лабиринт, а вокруг имитация криков людей. Счет идет на секунды, за которые необходимо найти и спасти пострадавшего. Отметим, что 2 года подряд в конкурсе побеждали огнеборцы пожарно-спасательной части номер 56. В этом году они также настроены на победу. В чем секрет успеха? Ну, это, в первую очередь, команда и вид спорта. Все ребята были готовы на 100%. Ну и все равно фактор удачи играет здесь свою роль. Впрочем, удача в этом году оказалась на стороне огнеборцев пожарно-спасательной части номер 5. Они-то и получили заветный переходящий кубок и звание лучшего звена газодымозащитной службы Бурятии. Роман Попов, Жаргал Цариндашиев, новости дня.